пляжный волейбол – динамичный и красивый вид спорта. И с каждым годом он обретает все большую популярность. В летний сезон в Приморском крае практически каждую неделю проходят соревнования по волейболу на песке. Ну и, конечно же, одной из любимых площадок для спортсменов выступает пляж «Манжурка» в Славянке, который в очередной раз встретил гостей. Этот турнир у нас уже не первый, но является завершающим этого сезона. В данном чемпионате участвуют порядка 60 участников. Проводится в течение 2 дней круговая система. Победители в группах выходят в плей-офф, и в воскресенье состоятся финальные игры. Что примечательно, в данном чемпионате участвуют 5 команд от Хасанского округа. В принципе, это наша цель, как популяризация данного вида на территории Хасанского округа и вовлечение наших игроков в чемпионаты такого уровня. То есть здесь уровень как минимум Дальнего Востока, участвуют Хабаровск, Биробиджан, весь абсолютно Приморский край, чемпионы и призеры всероссийских соревнований. Соревнования проводились в категориях «Микст», «Ветераны», «Хард» и «Лайт». А также в этом году была добавлена новая категория «Команды Микст Фэмили». В ней участвовали семейные пары. Мы, конечно, здесь не первый раз. Мы уже участвовали в этих соревнованиях. Но в этот раз, в этом году, категория «Фэмили» впервые. Поэтому мы решили, что мы будем участвовать в этой категории. И, ну, в принципе, все нравится. Пары разные, интересные. Стоит отметить, что практически все участники чемпионата – призеры различных соревнований. К примеру, Татьяна Кихтенко вместе с напарницей в прошлом году стали вице-чемпионками соревнований по пляжному волейболу, которые проводились в Анапе. И, как отмечает спортсменка, приморские волейболисты ничуть не уступают соперникам из других регионов. У нас здесь абсолютно не хуже, а, наверное, даже какие-то пары лучше. Поэтому очень хотим, чтобы наши пары поехали в Анапу, поехали в Витязево и показали свой уровень. И мы обещали в прошлом году, что десант с Приморья ждите. Ну а пока спортсмены раздумывают над поездкой в Анапу, они с удовольствием соревнуются на местных площадках. Здесь практически все друг друга знают. Многие приезжают не первый раз. Конечно, неоднократно. Мои любимые соревнования всегда были. Это «Славянка». Это «Ханка». Волейбол – это праздник такой прямо. Ну, не приехать невозможно. То есть тут наслаждаешься игрой, смотришь вот эти все вот соревновательный вот этот процесс весь. Конечно, да, получаешь удовольствие даже просто от просмотра игры. Не обошлось и без новичков. Спортсмен из Уссурийска Фикрет Ерметов, хоть и занимается волейболом вот уже более 20 лет, но на соревнованиях в Славянке выступает впервые. Ребята пригласили, честно сказать. У нас в Уссурийске есть площадка, ребята тренируются. Хочу выразить огромную благодарность организаторам. Ну, в самом деле, очень приятная обстановка, дружелюбная. Турнир очень хороший, пляж вообще идеальный. Я первый раз в Славянке на море. А так, что скажу, все отлично. Всего 4 игровые площадки и игры нон-стоп. Команды сменялись одна за одной. Несмотря на духоту, спортсмены боролись за победу. Атаковали, блокировали подачи соперников и побеждали. И все это время за ходом игр следили болельщики, которые с удовольствием совместили свой летний отдых со зрелищным турниром. Как отмечают организаторы соревнований и сами участники, пляжный волейбол с каждым годом становится все популярнее как среди спортсменов, так и среди зрителей. Каждый раз количество участников увеличивается. Популярность среди, так сказать, старшего поколения пляжного волейбола растет с каждым днем. Тем более молодежь сейчас подрастает, переходит в эту категорию, поэтому количество пар увеличивается. Ну а популяризация – это вот она, на площадке, вы увидите. Азарт, веселье. Шикарно. И молодежь сейчас подрастает, и довольно-таки хороший уровень. То есть приятно посмотреть, да, понаблюдать, поболеть. То есть молодцы, ребят. По завершению 2 спортивных дней были определены победители в каждой категории. Команды из Хасанского округа смогли забрать 2 призовых места. Так, в категории «Микс Лайт» Денис Дудко и Наталья Петрухина стали обладателями золотой медали. А Александр Яровой и Анастасия Мартюшова завоевали бронзу.
Все участники были награждены памятными призами, кубками и медалями от главы Хасанского округа. Организаторы и спортсмены благодарят всех спонсоров и партнеров за помощь в проведении чемпионата. Виктория Беляева, Владислав Евдокимов, Олег Кудинов. Новости Славянки.